Добро пожаловать на охоту на ястребов. Сегодня вас ждет потрясающий выпуск, так что не буду медлить и представлю вам своего соведущего Шона Стоуна. Да, небольшая перемена. Сегодня там, где мы привыкли видеть Табиту, сидит Шон. В декабре 2014 года, когда в США шли демонстрации против убийства полиции безоружных афроамериканцев, таких как Майкл Браун и Эрик Гарнер, полицейские города Рапид-Сити в Южной Дакоте застрелили 30-летнего индейца племени Лакота по имени Ален Лок. Случайно это или нет, но за день до этого Лок участвовал в демонстрации против убийства полиции коренных американцев. Ранее сообщалось о том, что полиция убила психически нездорового индейца по имени Пол Кастуэй. Тенденция тревожная. Правоохранительные органы убивают американских индейцев почти в таких же количествах, как и чернокожих. В пересчете на душу населения эти группы оказываются в зоне наибольшего риска. Недавно мне довелось взять интервью активиста племени Лакота и юриста Чейза «Железные глаза». Я задал ему вопрос о суверенитете коренных американцев перед лицом насилия со стороны правоохранителей. Как вам известно, у племенных народов земли, которая теперь называется Соединенными Штатами, заведомо есть право на самоопределение. Было время, когда мы не подчинялись уголовной юрисдикции ни одной из европейских стран. С принятием таких законов, как акт о тяжких преступлениях, и с началом, по сути, кражи земель, все это изменилось. Под контролем коренных американцев находится гораздо меньше территорий, чем полтора века назад. Теперь я вернулся в резервацию, и здесь другой правовой статус. Все местные полицейские – индейцы. Но, выезжая за ее пределы, я попадаю под действие законодательства таких штатов, как, к примеру, Северная или Южная Дакота. Поэтому между коренными американцами и правоохранителями неиндейского происхождения возникают такие ситуации. То есть во время нападения недавно погибшие коренные американцы находились за пределами резервации? Да, большинство из них были за ее пределами. Что, на ваш взгляд, становится причиной этих убийств? Расовые предрассудки или предубеждения, порожденные развлекательными программами и популярными в Америке мифами? Я полагаю, что определенно имеет место предубежденное отношение. Существует стереотип, что коренные американцы отличаются жестокостью, любят выпить, живут в нищете, и все это может привести к необдуманным решениям. Но взгляните, к примеру, на город Рапид-Сити в штате Южная Дакота. Вдоль ручьев там часто находят мертвых людей, причина смерти которых неизвестна. Коренных американцев в этом городе убивают, в том числе и сотрудники полиции. Индейцы составляют около 10-12% городского населения, и при этом около 54% тех, кто находится в тюремном заключении. На мой взгляд, все это последствия навязывания культуры бедности, которая карается, и это проявляется в подобном насильственном обращении со стороны полиции. Вы упомянули о навязывании культуры бедности. Оно, похоже, способствует и развитию психических заболеваний, росту алкоголизма, числа самоубийств и других отрицательных явлений, которые свидетельствуют о весьма безрадостном будущем этих людей. Такое происходит и в резервациях тоже, или эта проблема касается в основном коренных американцев, покинувших свои дома? Преимущественно в резервациях мы испытываем значительное юридическое и экономическое притеснение, которое проявляется в отношении между племенами и штатами США. Народы, в особенности мой народ, племя Сиу, после уничтожения бизонов потеряло огромные территории. Согласно так называемой доктрине открытия и нормам международного и национального права, появившимся с тех пор, коренные американцы, племенные народы, не являются владельцами собственной территории. Соединенные Штаты провозгласили себя верховным сувереном над нашими землями.
И мы не можем отстоять свою собственность, не можем сами создавать свои экономические зоны или зоны свободной торговли. Только при помощи или с разрешения Соединенных Штатов Америки. Мы не можем взимать налоги с жителей резерваций, не являющихся индейцами. Мы не можем, например, даже выращивать коноплю. В резервации Standing Rock я возглавляю инициативу по легализации промышленной конопли, которой на данный момент не относится медицинская. Но США посредством инженерных войск установили юрисдикцию и контроль над рекой Миссури, над нашими там интересами. Я живу всего в 30 метрах от Миссури. Только недавно я вернулся в резервацию. Я не был там 12-13 лет, получал юридическое образование и так далее. А сейчас вернулся и могу взглянуть на свой народ под другим углом. Мы хотим независимости, экономической и политической независимости. У нас есть такое право, и мы продолжим этого добиваться. Но я начинаю понимать, что вовсе не случайно коренные американцы живут в бедности, без средств, необходимых им для того, чтобы подняться как племенной народ. Я могу подняться как отдельный человек, стать юристом, предпринимателем, врачом и затем покинуть свое племя, переехав в любой американский город, как обычный гражданин США. Это я сделать могу, никто мне не запрещает. Но есть препятствия, не позволяющие нам процветать как коренному народу. И мы пытаемся их преодолеть. Стремление к политической независимости восходит к движению американских индейцев и его целям на протяжении тех 50-60 лет, что оно существует. В 1960-е и 70-е годы шли массовые акции протеста. Было даже открытое противостояние федеральному правительству, как в Вундед-Ни в 73-м. Жизнеспособно ли движение американских индейцев сегодня? Жизнеспособна. Форма изменилась, появились другие организации, но само движение американских индейцев, а мой отец, все его родные и двоюродные братья были тогда в Вундед-Ни, продолжило дело вождей Неистового Коня и Сидящего Быка, тех, кто нанес поражение Кастеру и Соединенным Штатам в битве у реки Литл Бигхорн. Нам нужно направить эту энергию, эту волю на защиту нашей страны и наших святынь, на то, чтобы просто обеспечивать себя. Если мы сами себя обеспечиваем, значит, мы по-настоящему суверенны. Для начала надо обеспечить себе пропитание, электроэнергию и жилье. Сейчас это не так. Соединенные Штаты оказывают народу резервации Standing Rock, где я живу и чьим гражданином являюсь, всяческую финансовую помощь. Мы себя не обеспечиваем. Отчасти в этом и есть смысл инициативы по выращиванию промышленной конопли. Мы заслуживаем того, чтобы самим определять свою судьбу в плане политики и экономики. И мы готовы идти на жертвы ради этого. Форма меняется. Сейчас идет речь о трубопроводе Keystone XL. Мы защищаем священные места, водоемы. Идет активистская деятельность, но у нас, коренных народов, есть неотъемлемое суверенное право самим определять собственную судьбу здесь, на нашей родной земле, на нашем континенте. Чейз, спасибо большое за это познавательное интервью.